турнир спортивного клуба «Авокадо», открытое первенство, на которое приглашены боксеры разного возраста, начиная от 7 лет и заканчивая юношами 15-17 лет. Этот турнир развивает силу воли спортсменов, выносливость и дает неоценимый опыт в плане боксерского искусства. В нашем клубе я преподаю классический любительский бокс старой советской школы бокса и учу боксеров не драться, а именно технично работать, обыгрывать соперников своих. Пожелаем всем участникам нашего турнира спортивных успехов и дальнейших побед! Я занимаюсь боксом один год. Наш тренер Виталий Пивоваров, он нас очень хорошо тренирует. У нас дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Мне очень нравится бокс, я хочу стать чемпионом мира. Я из клуба «Боец». Мы приехали побеждать с моим клубом. Наш тренер Сергей Масленников, он нас учит побеждать, очень хороший тренер. Лучше тренера у меня еще никогда не было во всю карьеру бокса. Наша команда «Боец Хип», боксерская команда, поддерживающая олимпийские виды спорта, олимпийский бокс. Главное желание боксера и главный титул – это олимпийский чемпион. Вот, мы стремимся к этому. Сегодня младшая группа ребята боксирует. Вот, всем удачи, победы, пусть побеждает сильнейший. Thank God that the brothers on the rise now. Let's celebrate.